Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Костюм – вишуканий та особливий одяг, який полюбився як чоловікам, так і жінкам. Саме тому увесь світ приділяє увагу сьогодні такому костюму, такому вишуканому одязі. І ми сьогодні будемо говорити про те, як же його комбінувати. Адже для цього потрібен неабиякий смак та почуття стилю. І допоможе нам у цьому розібратися Віола, стилістка. Дуже рада бачити вас сьогодні у нашій студії. Віола, ми говоримо про костюм, бо костюм насправді це такий образ, такий наряд, який, мабуть, повинен бути у гардеробі кожної людини. Безусловно, да, звісно, як і у жінки, так і у мужчини, навіть і у дітей. Так, але постає питання завжди, я так думаю, у багатьох, особливо жінок, от немає чого надіти. І не знаєш, як бути з цим питанням, тому що ніби все є і одяг присутній, але вдягнути нема чого. Від чого це стається і чому саме так кожна жінка не може собі обрати той наряд, який би їй полюбився? Да. Это на самом деле вопрос, который задает себе каждая девушка, и я тоже, до определенного момента. И я бы сказала, что, наверное, самая главная проблема, почему вопрос этот возникает, потому что нету понятия, что такое базовые вещи. Потому что базовые вещи – это основа любого гардероба на любой сезон. И базовые вещи, они на самом деле для каждого человека могут быть разные. Это уже зависит от индивидуального стиля. И если эти базовые вещи, они подобраны правильно, то на самом деле из 5 вещей можно сделать до 15 образов, то есть дополняя какими-то аксессуарами, верхней одеждой, обувью. И тогда, то есть я бы так сказала, что базовые вещи – это основа стильного и правильного гардероба. Так, их повинно бути лише 5. Это, опять же таки, основа, 5 вещей, их может быть 10, но, например, с клиентами я говорю так, что если вы хотите полностью изменить стиль и гардероб, то я бы рекомендовала начать с 5 вещей. А потом уже постепенно їх наращувати. То есть 5 – це основа. А так стається, що людина носить усе життя щось, а їй, можливо, зовсім не підходять такі речі і потрібно переглянути. Можливо, зробити базовий гардероб зовсім іншим, адже все залежить від статури, від кольору обличчя, від кольору очей, можливо, так? Від того, взагалі, яка людина, як вона себе поводить у цьому житті. Звісно, так. Перед тим, як повністю поміняти гардероб, нужно пообщаться с человеком, нужно определить, что ему нравится и в какой вещи он себя будет чувствовать комфортно, потому что, опять же таки, для каждого человека это может быть абсолютно разный стиль. Вот. И, например, для девушки, которая работает юристом, это более такой классический и строгий стиль. А для девушки, которая, например, видеограф или фотограф, это стиль такой более легкий. Вот. То есть все очень индивидуально и подбирается с учетом того, как человек чувствует себя в этой вещи. Так, ну і в цьому житті, мабуть, особливо, так? Що він робить, чим займається? Да. Чи може базовий гардероб, от той, який буде підібраний вдало, і, можливо, він буде одним з таких 5 базових речей, чи може він слугувати вам як в повсякденному житті, так і на свято? Так, да, звісно, це безусловно. Наприклад, брюки класичні, їх можна комбинировать с белой рубашкой и дополнить это каким-то шарфом или брошкой, и это уже будет образ для какой-то вечеринки, например. И опять же, те же брюки, к ним можно одеть кроссовки, футболку и жакет и пойти на прогулку с друзьями. То так, есть, ну, тобто, да, конечно, может быть по-разному. Можно комбинувати, и незважаючи на те, що ви в ньому ходите кожного дня, можливо, в офіс, на роботу. Да, любима так. Вещь, вона може бути як і для роботи, так і для прогулок. Ви принесли сьогодні з собою ось такий варіант. Це, мабуть, теж може бути базовим, такий костюм. Да, я хотіла би сказати, що, во-первых, немножко сказати про базові цвіта. Це, безусловно, чорний, це серий, це бежевий. І, то есть, ці
цвета, которые максимально можно дополнить какими-то другими, то есть также и яркими, какими-то контрастными цветами. Этот костюм, он может быть как и для работы на каждый день, так и для прогулки. Я сейчас хочу немножко показать. Этот пиджак, он оверсайз, это один из трендов осени. И я хочу сказать, что это будет еще несколько лет так точно. То есть у нас есть такое мнение, что на размер или на два больше, это значит, что не для меня или не так сядет. Это абсолютное заблуждение, потому что сейчас чем больше, тем лучше. И есть такое понятие, что даже женский пиджак сейчас, он должен выглядеть как с мужского плеча. Так, жінка тоді тендітніша. Да, то есть это может быть какой-то низ или обтягивающие джинсы, и тогда мы это дополняем каким-то тучным верхом. Или это может быть юбка, или это могут быть шорты. То есть тут столько разных вариантов, что на самом деле воображение может гулять. Да. Віола, я дивлюсь просто на цей костюм, він насправді дуже цікавий, дуже цікаво пошитий. Є верх, є передня частина, яка з міцної тканини. Так. Пошита, і є ще задня частина, а її просто ніхто не бачив. Да, ми зараз можемо показати, як вона виглядає. Подивіться, настільки гарною може вона бути шифонова частина, задня частина такого костюму. Ну, це просто, знаєте, такий вишуканий образ можна створити, тому що ви виглядаєте тендітною, і водночас ви виглядаєте так строго, бо передня частина, вона так підкреслює вашу форму, так, і вона додає вам шику. Ось так виглядає цей костюм. Да. І що до нього ще можна носити? Вот в этом варианте представлены брюки, они идут широкие. Я бы сказала, что это кюлоты, но они немножко идут длиннее. Это тоже одна из трендовых моделей. То есть они идут не короткие, а это действительно, они идут немножко выше косточки. Так. Вот, и мы их можем носить как под кроссовки, так и под каблук. И абсолютно не волноваться, что они выглядят, как будто они короткие. Это сейчас модно, это сейчас очень стильно. Так, ну вот. Ось ми розібрали базові речі, тим більше те, що зараз в тренді і те, що повинно бути, на вас, я бачу, теж дуже гарний, але цей костюм вам личить, сидить просто ідеально. Ну, я не знаю, він оверсайз чи ні? Якщо чесно, да, этот костюм, он на два розміри больше, чем я сама. У меня размер XS, а это где-то M-ка, я бы сказала, то есть 38 размер. Но я абсолютно не волнуюсь по этому поводу, и клиентам даже своим рассказываю, что если вы увидели брюки, которые на два размера больше, не бойтесь их брать, потому что сейчас это модно. А как же тогда подкреслить талию? А вот у нас есть пояс, который можно это подчеркнуть, да, и слава богу, что пояс мы можем затянуть как нам удобно, как нам нравится, и пояс, на самом деле, он играет тоже очень важную роль в образе. Сейчас модно пояса с большими пряжками, вот как у меня, я не знаю, видно или нет. Так, видно, дуже гарна пряжка. И таким образом мы подчеркиваем талию, да. Брюки на мне, они идут с высокой посадкой, и, как вы видите, бедра, они идут шире и свободнее, это тоже сейчас модно и стильно. Таким образом, талия подчеркнута, и мы можем одеть сюда как короткий пиджак, вот идет с этим комплектом, так и даже вот этот же черный пиджак, который висит у нас на вешалке. Тобто ми можемо сказати, що як колір, так і стиль базового гардеробу, він може бути на декілька років. Якщо це 5, ну 5, мабуть, багато, ну може 2, так? 2-3 роки. 2 точно, да. 2-3 роки года можна носити. Вообще... Без проблем. А з приводу того, як можна комбінувати костюми, ми вже поговорили. А якщо ось робити такий, знаєте, образ з різних варіантів, то що можна додавати? Що ще потрібно докупити для того, щоб ваш костюм виглядав іще краще? Обязательно, чтобы из одного костюма сделать несколько образов под разные ситуации в жизни, должна быть хорошая обувь. Она должна быть как на выход, так и для прогулки, например. Да? То есть вот мы видим, что не обязательно костюм может или юбка та же от костюма только носиться с каблуками. Это могут быть и грубые ботинки, это могут быть и кроссовки. То есть если мы выбираем костюм,
то обязательно мы подбираем правильно обувь на несколько вариантов, то есть, как я уже повторилась, это кроссовки и что-то для выхода. И у нас сейчас осень, у нас сейчас будет прохладная пора, на костюм мы одеваем пальто. И пальто, оно должно быть тоже базовым. Базовое – это значит самое простое, прямого кроя. И опять же таки, оно может быть оверсайз. И никогда не волнуйтесь одеть поверх костюма пальто и даже шаль, потому что сейчас очень модно многослойность. Да, то много есть речей можно носить. Много вещей, угу. Да, и это будет вас только выделять из толпы. А, ну, треба ще навчитись носити багато речей, щоб це не виглядало, знаєте, як на себе накинув і пішов. Ну, да, щоб не як капуста. Треба якось зав'язувати, можливо, треба особливо виділяти чи той шарф, чи те, що буде у вас зверху, надіти на пальто. А, смотря що, наприклад, якщо це шарф, то, безусловно, он должен быть акцентом. И желательно, чтобы это был какой-то яркий акцент. Если мы поверх пальто одеваем, например, пояс, то тогда я бы не рекомендовала шарф, потому что на самом деле сейчас, опять же таки, модно очень поверх пальто одевать на талию пояс. Этого не нужно бояться, это стильно, это модно. Ну, мы зараз теж бачимо приклади декількох варіантів, як можна. Вот вы видите сейчас оверсайз, да, девушка носит костюм явно на 2 или 3 размера больше, она заправляет брюки в грубые ботинки, это сейчас тоже очень в тренде, не бойтесь этого делать, вас это только сделает стильнее. Якщо дівчина худенька и слідкує за собою, ну, це дуже добре, а якщо що, наприклад, ну, є періоди, коли дівчата набирають зайву вагу? Чи не буде ось такий костюм їй не личити? Чи не буде він її повнити? І взагалі, щоб потім вона не відмовилася взагалі виходити на вулицю? Ну так, да, це, звісно, дуже так личний питання, я би так сказала. Поэтому в том-то и преимущество костюма оверсайз, что ты его покупаешь, и, в принципе, если ты поправишься на несколько килограмм, ничего страшного. То есть у тебя по-любому останется талия, мы ее подчеркиваем, а пиджак оверсайз, он на самом деле только поможет убрать недостатки лишнего веса. Угу. Цього не бояться вже зараз, і дуже добре, що є така мода, такий тренд. Чи усі зараз бажають носити такі речі? Як ви думаєте? Можливо, є альтернативні варіанти, коли можна просто підкреслити себе і свою статуру такими речами, які вас облягають? Безусловно, конечно, это не всем подходит, и это просто один из трендов. И например, подчеркнуть талию мы можем, с, опять же таки, одев джинсы, подчеркнув поясом и какой-то свитер. Но свитер должен быть тоже не обтягивающий, а оверсайз. То есть должна быть такая пропорция. Если у нас обтягивающий низ, это могут быть или юбка, или джинсы, то верх желательно, чтобы был на несколько размеров больше. Вот. Це зараз така тенденція, да. Так? А через декілька років ми можемо пристосуватися до іншої, мабуть, так? Возможно, да, нам мир нам диктує моду, но я хочу сказати, що вот именно мода на оверсайз, вона вже лет 5, но Україна к этому прийшла, наверное, только последние 2 года. То есть я думаю, що ще лет 5 вона точно буде, і очень можна интересно її обыгрывать. Що стосується там інших країн, то я знаю, що вам вдалося побувати, поїздити трошки по світу. Ви знаєте, як виглядають жінки, чоловіки в інших країнах, як вони себе можуть подавати. І розкажіть, будь ласка, що ви для себе підкреслили і, можливо, використовуєте зараз у своїй роботі? Для себе я поняла, що Європа не завжди модна. Нужно вибирати по странам.
Безусловно, Франция, Италия – это просто number one, я бы так сказала, в моде и стиле. Также для меня было открытием, это было несколько лет назад, когда я прогуливалась по улицам Берлина, и я увидела безумно красивую женщину, ей уже было где-то за 50. Она одела спортивные штаны, каблуки, свитер и оверсайз пальто. И для меня это настолько здорово выглядело, это настолько ее выделяло, и я как-то тогда запомнила, что то есть можно сочетать и спорт, и классику, спорт, и каблуки, и не бояться оверсайз. А як от можна комбінувати так? Деякі люди ще й досі не можуть своїм, мабуть, таким розумом дійти до того, що можна комбінувати те, що зовсім ніколи не комбінувалося і вважалось не дуже добре, так? Это устои, да, это опять же таки навязанное обществом. А если посмотреть неделю моды в Париже или в том же Милане, то оттуда я беру вдохновение, я бы так сказала. И там можно посмотреть, как вещи, которые, казалось бы, просто не сочетаются, можно очень гармонично обіграти. Створити, да. Так, той гардероб, який вам підійде. З приводу бюджету, якщо у вас є можливості, то, звичайно, можна собі скомбінувати все, що завгодно за допомогою стилістів. Якщо такої можливості немає, і люди вдома собі формують базові речі, формують той гардероб, який би хотілося носити, чи можна це зробити самотужки і з мінімальним бюджетом? От як би ви рекомендували ставитись до такого стилю і, взагалі, до подходу, если у вас мало грошей? Вы знаете, это опять же таки мнение, что для того, чтобы выглядеть стильно, надо много денег. Это абсолютно неправда. И я на своем примере это показываю и клиентам, и подругам, и родным. У нас есть очень много магазинов, у нас есть секонд-хенды, давайте быть честными. И там на самом деле очень много есть хороших, качественных вещей. А откуда брать картинки? Из интернета. То есть быть подписанным на какие-то модные сообщества и брать пример, и идти, и вот по примеру составлять. И я уверена, что у каждой женщины в гардеробе даже те вещи, которые она забросила, там 5-10 лет она уже не носит, их можно достать и дать им новую жизнь. Ну, ось так. Я думаю, що можна завершити. Дуже рада, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Люди, я думаю, сформують таке от спочатку бачення того, що вони можуть зробити. Навіть якщо немає в них можливості, то треба їх шукати. Треба, можливо, і справді формувати в собі стиль. Да. Так. І розвивати себе культурно, дивитися, що зараз є, і все прийде, так? Да. Все буде так, як вам хочеться. І ви будете виглядати лише краще і краще з кожним роком. Не бойтесь експериментів. Ось, і це теж дуже добре, що можна зараз експериментувати. Такий час настав, коли нас не будуть засуджувати за те, що ми можемо носити все, що нам захочеться, все, що заманеться. Ці времена вже далеко в прошлом. Слава Богу, що ми живемо в сучасному часі. Так, я бажаю вам успіху. Знаю, що ви вдягаєте усіх своїх рідних та близьких. Нехай вони будуть задоволені своїм вибором і тим, що вони довірили усю цю справу вам. Тож чекаємо вас іще у нашій студії. Дякую. Ми зустрінемось вже за декілька хвилин.